скажите здравствуйте друг другу, поаплодируйте друг другу. Вы большие молодцы. 25 самых лучших друзей, партнеров, представителей компании «Лесафор» со всей России. По итогам долгого состязания, которое длилось несколько месяцев, в несколько этапов, вы набрали больше всего баллов. Вы доказали, что вы самые лучшие, поэтому вы здесь. Хочу сказать большое спасибо «Лесафор» за организацию этого мероприятия. Когда нам сказали, что мы будем восходить на Монблан, конечно, стало страшно. Я не думал, что там будут такие климатические условия, которые там были. Вот, спасибо моему новому другу Оксане, которая меня спасла от обморожения рук. Но если бы в юге не было, то мы бы насладились прекрасными видами. Но, тем не менее, это было компенсировано теплотой прием. У нас непогода, я считаю, немножко даже сплотила больше и дала как бы вот почувствовать тот край, тот контраст, где вот нужна какая-то поддержка именно вот. Как-то вот чувствовал себя под крылом сильной компании. Больше всего запомнилось дружный, хороший коллектив, который создался за такие уже четверть столетия. Несмотря на то, что я живу на Северном Кавказе в горах, все равно было очень интересно увидеть горы именно здесь, европейские. Снегоступы я видел вообще первый раз в жизни, поэтому для меня это вообще была новость. Мне очень понравилась Франция, особенно город Шамони. Дело в том, что наша поездка, она, конечно, не про Монблан, это был кулинарный тур. Вся эта поездка превзошла все мои ожидания. Во-первых, незабываемые улочки Лиона, которые врезались в мою память, наверное, навсегда. У нас проходит торжественный ужин, говорится много тостов, много добрых слов. Наши гости вспоминают разные истории про то, как у них складывалось сотрудничество эти 25 лет. И успеха нам всем, и оставаться командой, такой же дружной, сплоченной, как есть сегодня.